Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радика Чарана Дайам Гопи Джанна Самаюктам Бинда Банам Манохара Ванча Калпатару Вашаки Пасинду Бевача Патитанам Павуне Бхавашна Бибхьо Намо Нама Мукам Кароти Вача Ланг Пангун Ланг Хайтагирин Ятки Патамахам Банди Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кесава Сача Кришна Бхакти Паде Деви Шатто Баттои Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарунчайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудира Шанкиртане Кришна Катху Падеша Гаурия Патрашо Пракаса Нича Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагодарна Дхейям Сада Парихабагна Бхавишта Духам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витаттихам Панутавал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарнарвиндам Ятпада паллавана качанда маничатай Виспуриджита камапика павадуши адарши Пурнану рагараса сагара сара муртихи Сарадика мои када кипам каруси Шри Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Си Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджану ламбита бхуджау канука бодату Шанкиртаной кавитару камала ютакшу Вишам бару диджавару югадхарма палу Банде джагат приякару Каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе. Аджану ламбита бхуджау канука бодату Шанкиртаной кавитару камала ютакшу Вишам бару диджавару югадхарма палу Банде джагат приякару Каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибха Рупам Бхуктим Ча Муктим Ча Дада Синиттам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно прияманангамада пахарам
Varanasi Purapati Bhajavishanatham Vagisha Jusho Badane Lakshmir Jasya Chavakshasi Jasyasthi Hide Sambhid Vam Nishinga Maham Bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Kirtana Gana Nartano Kala Patho Jani Vrajita Shad Bhakta Bali Hamsa Chakra Madhupo Seni Bihar Aspadam Karna Nandi Kalat Dhanir Bahatume Juva Maru Prangane Sri Chaitanya Dhyani Deta Balasad Lila Sudha Swardhuni Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Гуди Гуштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупад сказал, что наша цель стать пылинками на лотосных стопах Шрила Рупа Госвамипада. Мы, Гауди, это наша наивысшая цель, чтобы стать пылинками на лотосных стопах Шрила Рупа Госвамипада. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупад Парамхамса Джагадгуру сказал, что дал нам Шрила Рупа Госвамипад, если мы игнорируем Шрила Рупа Госвамипада и будем делать что-то особое свое, то все наши попытки станут бесполезными. Если мы игнорируем Шрила Рупа Госвамипада, то, что мы обрели от Шрила Рупа Госвамипада, если мы игнорируем его и будем делать что-то новое, то в этом случае это станет причиной нашего падения, мы не сможем оставаться на пути Бхаджана. Шрила Прабхупад говорит, Рупа Госвамипад дал нам полную милость. И с помощью Гуранги Махапрабху, Гуранга Махапрабху хотел даровать полную милость Шриле Рупе Госвамипаду. Гуранга Махапрабху дал полную милость ему. Полная милость, значит, все его учение, все, что принес Шриман Махапрабху, то учение, которое он принес для всего мира о расататве и всем остальном, он хотел дать все это Шриле Рупе Госвамипаду. И Шрила Прабхупад говорит, если мы заинтересованы в том, чтобы обрести учение, точное учение Шримана Махапрабху через Рупа Госвамипада, то тогда вы должны игнорировать всех сахаджи, те, кто против Шрила Рупа Госвамипада, те сахаджи, мы должны игнорировать их и должны следовать Шриле Бхактивинода Тхакуру, точно. И без отклонения Шрила Бхактивинода Тхакур, он лучший из рупанок. Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупад говорит, Бхактивинода Тхакур, он лучший из рупанок. И вот если вы хотите обрести настоящее сиддханта учение Шримана Махапрабху, то тогда вы должны понять учение Шрила Бхактивинода Тхакура, Бхактивинода Дару, вы должны понять учение Шрила Бхактивинода Тхакура. Если вы примете решение, то что у вас не должно быть никакого желания о сатсанге, вы должны следовать Шрила Бхактивинода Тхакура и
пытаться понять разницу между, основную разницу между бхакти-дара и то, что не является ею. Шрила Прабхупада говорит, если вы по-настоящему заинтересованы, чтобы построить вашу духовную жизнь в соответствии с наставлениями Шрила Рупа Госвамипада, вы должны следовать бхакти-даре точно. И вы должны пытаться понять основную разницу между, между учением Шрилы Бхактивинода Тхакура и тем, что не является этим. И это называется подлинная сатсанга. Чтобы увидеть разницу, основную разницу между учением Шрилы Бхактивинода Тхакура и тем, что не является им. Если вы можете совершить такую сатсангу, то тогда, несомненно, вы не попадете в списки сахаджи. И вы не попадете в лапы сахаджи. И поэтому вы должны знать эту разницу. На самом деле, о Рупе Госвамипаде мы знаем такие слова. И это единственная сиддханта Чайтанья Чайтамриты и всего остального. Это сиддханта очень сокровенно. Я имею в виду все, что Шри Чайтанья Махапрабху хотел сделать, каково желание Шримана Махапрабху. Это явилось в форме Рупа Госвамипада. Все желания Шри Чайтанья Махапрабху, то, что он хотел сделать, они проявились в Рупе Госвамипаде. И Према Сварупа Гуранги Махапрабху приняла форму Рупа Госвамипада. Все действия, желания и все остальное, они, Рупа Госвамипада, он не отличен от Гуранги Махапрабху. Их сердца находятся в полной гармонии. Рупа Госвами, его сердце находится в полной гармонии с сердцем Гуранги Махапрабху. И Рупа Госвамипад, его сварупа, она очень дорога Гуранги Махапрабху. Гуранга Махапрабху, он ему нравится красота Рупы Госвамипада. Почему мы все гаудии хотим стать пылинками на лотосных стопах Шрилы Рупы Госвамипада? Рупа Манджари. Красота Рупа Манджари, она очень привлекающая, она привлекает Кришну. Мы знаем, что Кришна, он все привлекающий во всем бесконечном мире. Кришна, он единственный объект привлечения всех, притяжения всех. Как Пракрита, так и Апракрита мире. Но этот Кришна чувствует влечение к Радхаране. И те, кто Сакхи Манджари Радхарани, Бхагаван Си Кришна чувствует влечение к ним, поскольку эти Сакхи Манджари, они не отличны от Радхарани. Радхарани, она распространяет себя, чтобы служить Кришне различными способами. И вот Рупа Госвамипад имеет особенность, что красота, ее, видя красоту Рупа Госвамипада и Рупа Манджари,
Бхагаван Шри Кришна чувствует огромное влечение к ним. Почему? Мы, Гауди, мы должны понять это. Почему Бхагаван Шри Кришна чувствует это огромное, влечение в виде Рупа Госвами Пада? Это называется Сева Сварупа, видя Сева Сварупа, Рупа Госвами Пада, его красоту. И Рупа Маджари, его духовная форма, несомненно, очень прекрасна. И вот Сева Сварупа, Шрила Рупа Госвами Пада очень важна. Даже Санатан Госвами Пад хотел следовать Рупе Госвами. Мы знаем, Санатан Госвами, он гуру Рупа Госвами. Но все же Санатан Госвами Пад, он хочет следовать Рупе Госвами, он хочет стать, следовать ему. И в этом его особенность. И вот мы все Гауди, мы хотим развить такую Сева-сварупу, которая равна красоте пылинки с лотосных стоп Шрилы Рупы Госвами Пада. Мы не можем сказать, что хотим стать Рупой Госвами. Нет. Если мы скажем так, то это мы Майвади получаемся. Мы не можем занять место Рупа Госвами Пада, это нехорошо. Но мы хотим развить такую прекрасную сварупу, которая подобна красоте, которая подобна красоте Рупы Госвами Пада. Это мы хотим обрести, и Шримад Махапрабху хочет сохранить все это сокровище. Но Шриман Махапрабху хочет сохранить всю эту красоту Рупануга Бхаджана, Рагануга Бхаджана, всех этих возвышенных вещей в сердце Рупы Госвами Пада. Чтобы весь мир мог знать о нем. На самом деле Махапрабху хочет дать это учение Рупе Госвами Паду на берегу Ганги в Аллахабаде. И вот на берегу Ганги в Аллахабаде Махапрабху хочет дать это учение Шри Рупе Госвами. И вот на берегу Ганги в Аллахабаде Махапрабху хотел преподать ему все эти вещи. И Валлабхачарья, его дом был с той стороны реки. Вот там было слияние трех рек, Ганги, Ямуны и Сарасвати. Жил он с другой стороны Аллахабада. И вот Валлабхачарья хотел пригласить Гуранга Махапрабху в свой дом. И в то время Рупа Госвами Пад был там, и с Анупамом. И вот они отправились на ту сторону реки Вайгра, в дом Валлабхачарья. И там Махапрабху раскрыл славу Рупы Госвами Пада, поскольку Валлабхачарья имел какое-то ложное эго.
он гордился своим происхождением, ученостью. И вот, когда Валахачарья хотел поклониться Рупе и Анупаме, Махапрабху сказал, что они с низкой семьи, с низкой касты не могут... Вот он хотел проверить его и сказал так. Валабхачарья не знал, кто такой Рупа Госвами, он первый раз увидел его. И так или иначе, Махапрабху подшутил так. И Валабхачарья сказал такое смирение, такое чувство. Я думаю, они с очень высокой семьей. Я думаю, вы шутите. И потом Рупа Госвами Пад, после того, как он принял, принял все это учение от Шримана Махапрабху, Расататву и все остальное. Вайшнав Смрити. Махапрабху хотел даровать милость Санатане Госвами Паду, чтобы он написал Хари Бхакти Вилас, сборник правил и предписаний. И вот Санатан Рупа Джива Госвами Пад, они Махапрабху дал им место во Вриндавандаме и особое служение, чтобы они восстановили заново место лил Шри Кришны. Чтобы установили божества, там построили храмы и написали, описали славу этих мест и также другие книги. И вот Рупа Госвами Пад написал много книг, как Лагу Бхагаватамрита Падьявали, Бхакти Расамрита Синду и прочее. Падишамриту написал, Махарадж вот на хинди комментирует ее долгое время. Там скрыта суть Хари Бхаджана. И вот там описывается, что нужно делать, что не нужно с самого начала. И последняя шлока Упадешамриты, там описывается, как мы должны правильно использовать свое время в Харибаджане. И вот и последнее наставление Упадешамриты, что мы все 24 часа в сутки должны занимать Харибаджане и Рупа Госвами Пад, Санатан Госвами Пад, о них говорится в Сарагасвами Аштаке. Все 24 часа в сутки они использовали для Харибаджана, что-то писали, совершали санкиртан, очень скромно жили, повторяли обетованное число имен, писали книги, и всю ночь читание Чайтамрити говорится.
не спали, не то не каждый день, не каждую ночь, в смысле. Рупа Госвами Пад, он жил Рада Дамодар Мандира, он там жил, совершал баджан. Рядом с Ямуной, потом Ямуна русло поменялось, стало дальше. И там Рупа Госвами Пад. Он совершал свой баджан там. И храм Рада Дамодара. Вот он основал этот храм Рада Дамодара. И этот храм он с божествами он дал Дживи Госвами Паду. И Рада Говинда Дев проявились из Бумати-лы, там, где Рада Говинда Мандир, главный во Вриндаване, рядом с храмом Ранганатха. Он позже был построен лет 200-300 назад, но Рупа Госвами Пад жил раньше. Там храм из красного камня. Это изначальный храм Говиндаджи. И после этого какие-то мусульмане его сломали в верхней части. Поскольку сверху там, подобно маяку, был большой светильник из ги, ну, светильник это 150 килограмм, ги там было такой, как маяк больше, более точный, вот день и ночь он там горел, светил, и Рупа Госвами Пад каждый день смотрел, там копила гай, это корова, какая-то приходила и молоко давала в какое-то место, подходила, и молоко само текло с ней, и то не каждый день ходила, вот какое-то определенное место поливала молоком. И Рупа Госвами Пад узнал это от какого-то вражеваси, что одна корова каждый день приходит и молоком поливает вот это определенное место. Рупа Госвами Пад заинтересовался, он хотел найти почему. И выяснилось, что там Говинда внутри, ну, под землей. Там Рада Говинда Мандир сейчас остался на том месте с красного камня. Это йога-питх Вриндавана. Во Вриндаване это йога-питх. Есть много йога-питхов. Йога-питх значит, где Рада Говинда, все Сакхи-манджари, они собираются вместе и служат Рада Говинде. Это особый йога-питх. И вот это конкретное место, где Рада Говинда Мандир находится, это такое особое место, зовется йога-питх. И вот там Рупа Госвами Пад обнаружил его. И храм Рада Говинда был позже построен. Божества там были обнаружены до того. И вот Рупа Госвами Пад совершал свой баджан и Санатан Госвами Пад. Сейчас мы Вриндаван. Что такое Вриндаван? Наше представление о Вриндаване неправильное. Как бы Вриндаван это...
вся эта область, а кто-то думает, что Вридаван — это конкретная деревушка. Нет, в соответствии с Бхагаватам говорится Вриндаван, Дананда Грама, Варшаны, Камивана и прочее. Это все Вриндаван. Но сейчас мы думаем, Вриндаван — это вот небольшой городок, это и есть Вриндаван. На самом деле, Рупа Госвами Пад, Санатан Госвами Пад, они ходили, совершали парикраму 84 крош. И иногда они останавливались в каких-то местах, чтобы что-то написать и что-то сделать, а так они все эти 84 кроша непрерывно обходили всю Раджа-мандалу, особенно Санатан Госвами Пад. И вот когда Рупа Госвами Пад был во Вриндаване, ну, в том месте, что сейчас Вриндаван называется, на берегу Ямуны, он был там, на берегу Ямуны, это там был храм Рада Дамодара, и где Джива Госвами Пад начал совершать баджан. Он начал совершать баджан там, потом Рупа Госвами пришел во Вриндаван по указанию Махапрабху. И вот там Валабхачарья встретил их. И Расамрита Синдху, Рупа Госвами Пад писал. И однажды Валабхачарья пришел в то место и спросил, что ты пишешь. Рупа Госвами Пад сказал, я пишу тут Расамрита Синдху. Хорошо, я отредактирую. Валабхачарья был очень горд и сказал, что он эту книгу отредактирует. И Джива Госвами Пад был случайно там. Рупа Госвами Пад сказал, я очень удачлив, что вы можете отредактировать эту книгу. Он как бы не обиделся, но Джива Госвами Пад очень опечалился. И видя гордость Валабхачарьи, он не знал, кто такой Рупа Госвами Пад. И, ну, раньше он совершал Балгопал Баджан, и потом, по милости Шримана Махапрабху, он получил мантру от Гададхар Пандита, но их сампрадая не приняла. Сампрадая не принимает этого, что Валабхачарья получил мантру от Ганатхар Пандита. Они не соглашаются никогда с этим. Они считают себя последователями Пушти Марга. И вот Джива Госвами Пад хотел утвердить Сиддханту. Чтобы показать нам, как защитить престиж Гурудева, как защитить его честь Гурудева. И вот он пошел за ним, Джива Госвами Пад. Тут под видом того, что нет воды, пойду воды наберу. С этим предлогом пошел этого Валабхачарью ловить и сказал, простите, если вы не обидитесь, какую ошибку вы нашли в книге Рупы Госвами Пада моего Гурудева, что вы сказали, что хотите ее отредактировать. И вот они обменялись парой слов, и Валабхачарья начал спорить. Джива Госвами Пад разбил все его аргументы, и Валабхачарья был удивлен, видя силу и могущество и глубину знания Джива Госвами Пада. Он буквально сошел с ума, что этот мальчик уже имеет такое знание, такую пандитию.
И он, этот Шивакасвамипад, хотел защитить честь своего Гурупадпадмы. Это неуважительно. Считать, что его Гурудев совершил какие-то ошибки, и Валабхачарья может их исправить. Эта ошибка была со стороны Валабхачарья. И вот он хотел поставить все его на место. Но Рупа Госвамипад, он был недоволен этим. Когда Валабхачарья пришел с Ямуной и спросил, кто он. Кто вот тут тебя махивал пахалом? Ну, что сказать, он получил манту от меня. Тут ничего не сказал, ушел, но Рупа Госвамипад понял. И когда Джива Госвамипад пришел, Рупа Госвами сказал, он хотел исправить мою книгу. Что плохого в этом? Ты не мог потерпеть этого. Себе даже такого терпения нет. Поэтому пошел прочь. Уходи. Ты не можешь находиться рядом со мной. Вот Рупа Госвамипад. Он выгнал его, и Джива Госвами ушел. И в то время Джива Госвамипад плакал и плакал. И он, Гурудев, его выгнал. И вот он ушел и пошел в Байгаон, там, где Расастали Баладева. Я был там несколько раз. Байгаон называется Чадауджи. И вот там после места Расалилы Бихарвана, вот там еще несколько Бихарванов, еще со стороны Радакунды есть Бихарван. И вот там, где Расастали Баладева, и оттуда мы должны пойти. Акшайват. С Акшайвата Тапаван, потом с Тапавана можем пойти в Байгаон. И там Джива Госвамипад по просьбе в Раджаваси. Джива Госвамипад находился там, и Сат-Сандарпа, он начал писать там. И Санатан Госвами в процессе своего путешествия по Вриндавандхаме, и вот Санатан Госвами пришел в то место, и все в Раджаваси сказали, что там прекрасные преданные, как он ничего не ест, день и ночь плачет только. Мы просим его что-то съесть или выпить, мы приносим ему еду, йогурт, но он ничего не ест. Где? Давайте посмотрим. И вот, услышав описание его, Санатан Госвами понял, это несомненно джива. Пойду проверю. Когда он увидел его, да, действительно, джива, что случилось? Он не мог ничего сказать, только плакал. И в итоге, услышав всю историю, Санатан Госвами сказал, пойдем со мной. И Санатан Госвами взял его, Джива Госвамипада, и пошел к Рупе Госвамипаду.
И Санатан Госвами Пад с тяжелым сердцем сказал: «Джива Прем, милость Дживам, проявляйте милость к Дживам». Это Сиддханта может быть только на словах, в книгах. Дживадоя. Оно может быть только в книгах или в практической форме. Рупа Госвами спросил, что вы имеете в виду? Я имею в виду, что Дживадоя — это Сиддханта. Может быть только в книгах или должна быть в практической форме? И тот сказал, не понял. И вот он позвал Дживу, сказал, иди сюда. Что он сделал? Почему ты выгнал его? И Джива Госвами Пад начал плакать, упал к лотосным стопам Рупа Госвами Пада. И таким образом Рупа Госвами Пад, он принял Дживу Госвами назад. И Дживу Госвами Пад, он получил полную милость Рупы и Санатаны. Когда Дживу Госвами Пад был мал, в то время его взяли, привели к Гуранге Махапрабху в Рам-Килиграме в Северном Бенгале, рядом с Малдой. И их дом. И в то время, когда Гуранга Махапрабху в процессе своего в своей Вриндаван Ятра, почему Махапрабху пошел в Рам-Килиграм, никто не знал. Но он пришел, чтобы встретиться с Рупой Санатаной, и в то время это было около полуночи. И вот они пришли, чтобы встретиться с Шриманом Махапрабху. И в то время Джива Госвами Пад был очень мал. Ребенком был еще. Но так или иначе, Рупа Госвами Пад, Санатан Госвами Пад, они занимали Джива Госвами Пада в том, чтобы он редактировал и профридингом занимался их книг. И вот их книги, они давали их на проверку Дживе Госвами Паду. И это такая лила, не думайте как-то по-другому. Это может показать вам как милость Рупы и Санатаны, поскольку их книги, их не может быть никаких ошибок в них. Но все же Санатан Госвами Пад и Рупа Госвами Пад, они давали эти книги на финальную проверку Дживе Госвами Паду. И это показывает, что они доверяли ему, и он обрел их милость. И вот они жили в Дамодар Мандире, но Рупа Госвами Пад также в Нандаграме жил. И Санатан Госвами жил на берегу Павансаровара. В Нандаграме есть Баджан Кутир Санатана Госвами. В Нандаграме Баджан Кутир Санатана Госвами. В Нандаграме он на берегу Павансаровара. И Рупа Госвами Пад совершал баджан в Тире Каданга. И вот на берегу Тире Каданга Ашешвара Махадев там. И вот там одна дорога — это в Ашешвара Махадев, другая — в Тире Каданга. И это особое конкретное место, где Бхагаван Шри Кришна являл лилу, будучи маленьким ребенком. Яшодама никогда не позволяла
Кришне гулять с телятами, но Кришна пообещал, я буду играть вот в этом конкретном месте, как ты узнаешь, я буду играть на флейте, и оттуда ты будешь слышать, что я там рядом. И Кришна пообещал матери, что время от времени я буду играть на флейте, и ты поймешь, что я рядом, и не будешь беспокоиться. И таким образом, и вот Рупа Госвами Пад в этом месте совершал баджан, и ночью собирал какие-то сухие листья, кору деревьев, зажигал костёр зимой и писал. И Рупа Госвами Пад совершал баджан, Санатан Госвами совершал баджан на берегу Павансаровара, и однажды Санатан Госвами, он хотел встретиться с Рупой Госвами. И вот Санатан Госвами пошел встретиться с Рупой Госвами Падом там. И Санатан Госвами Пад, и Рупа Пад думал, мой Гурудев приходит, что я могу сделать? Гурудев приходит. Я должен что-то особый просад приготовить, но ничего нету. Одни сухие чапати, Гурудев приходит, что же делать? Я хочу что-то приготовить особо для него. И Рупа Госвами Пад хотел паравану приготовить сладкий рис. Но как его сделать? Ни риса нет, ни молока, ни сахара, ничего нет. Одни чапати сухие. И тем временем Шримати Радхарани пришла в форме маленькой девочки с молоком, рисом, сахаром и всем остальным, и предложила все это Рупе Госвами Паду и сказала, что моя мать сказала мне предложить все это вам, отдать. И вот Рупа Госвами Пад начал готовить параману. И приготовив параману, он предложил это Гирираджу Махараджу. И в итоге, что случилось? Рупа Госвами Пад, он хотел угостить этим прасадом Гурудева Санатана Госвами Пада. И что случилось? И попробовав, Рупа Госвами предложил ему и Санатана Госвами. Он сошел с ума буквально. Я много раз ел параману в своей жизни, но такой парамана я никогда не ел. Но подобно, бесподобно. И чувствуется какая-то милость в ней, какой-то поток милости через нее исходит. И Санатан Госвами спросил Рупа Госвами Паду, откуда ты это все составляющее? Это парамана, ты откуда взял? У тебя ничего нету тут. Откуда это взялось? Как я пришел? И Рупа Госвами Пад сказал, одна маленькая девочка пришла, все принесла. И Санатан Госвами сказал Рупе, с сегодняшнего дня никогда, никогда не выражай такие желания. С сегодняшнего дня это моя просьба к тебе. Не пытайся выражать такие желания, поскольку ради тебя Радхарани пришла и принесла все это, рис, сахар, молоко, специи, это нехорошо. Ты не должен делать этого. Ты столько неудобств принес Радхарани своим желанием.
И вот они попросили прощения в уме у нее. И в итоге, когда Синаджи, который был обнаружен Мадхавендра Пурипадом, и вот он был там, в Нагаватхане. И вот там на Гаватхане, в Джотипуре, и вот это Вигахо, когда мы пошли к Говиндакунде, если мы пойдем к Говиндакунде, там мы можем найти два храма. Она на берегу Гирирадж Махараджа. И там можно найти два храма на верху Гирираджа. И вот старый храм был основан Мадхавендра Пурипадом. А второй новый Валлабха Сампрадая построила. А Синаджи был наверху. Но в итоге это долгая история. Во время Мадхавендра Пурипада он был там, много случаев случилось, много времени утекло с тех времен. И в итоге из-за мусульманского нападения Синаджи, Синад Гопал, он был увезен в Матхуру, чтобы им служили ему регулярно. И в доме Биталнатха, он сын Валлабхачарьи. И в то время Рупа Госвамипад, Рагунатдас Госвамипад, Санатан Госвамипад, они решили отдать это служение Биталнатху, сыну Валлабхачарьи. Он был чист и развил прему, поскольку Валлабхачарьи раньше, у него было ложное эго, но потом, в Пурушоттам даме он получил милость Махапрабху и изменил свое настроение. Вот Рупа Госвамипад во время Картик-врата, каждый день буквально они шли в Матхуру, чтобы получить даршан Синаджи. И вот каждый день они ходили, чтобы получить даршан Синаджи. И на Шринаджи, мы Гаудии, это наша сева. Мы Шринаджи Махарадж, его сева, это наша сева. Но что делать? Эта сева была отдана Биталнатху. И в итоге от Биталнатха Синаджи был забран и в Гуджарат, в Натхадвар, далеко достаточно. Там мусульмане напали, и поэтому с Гирираджа его увезли в Гуджарат, в Натхадвар. Из Джайпура, и то всю ночь надо ехать. И так или иначе, мы заинтересованы в том, чтобы обсудить Сиддханту Рупа Госвамипада. И вот в Расамрита Синду мы можем прочесть все у Баджани с начала до конца. И
вот Бхакти Расамрита Синдху, она подобна океану Шриман Махапрабху в Аллахабаде, когда говорил о Расататве. Махапрабху сказал Рупе Госвами, о Рупа, Кришна, он бесконечный океан расы. И вот и Кришна. Я хочу дать тебе каплю этого нектара, чтобы ты почувствовал, насколько прекрасно, насколько все прекрасно. И вот Расамрита Синдху Рупа Госвами Пад, с начала до конца. Все можно найти в Бхакти Расамрита Синдху. И особенно Рупа Госвами Пад, когда писал ее из-за смирения, он писал. Что я пишу об этой Расататве по милости Шри Чайтанья Дева. Я очень смирен. Я никто и ничто. Но все же по милости Шри Чайтанья Махапрабху я пишу эту Бхакти Расамриту Синдху. Она очень велика для меня, как я могу писать о ней, это она подобна океану. И вот этот Шри Чайтанья Махапрабху, мы прославляем его лотосные стопы. По его милости я очень смирен, и все же я по его милости я пишу эту книгу, и вот Бхакти Расамрита Синдху Шрила Рупа Госвами Пад пишет о славе Шри Чайтанья Махапрабху. И вот полное определение Рупа Госвами Пад пишет по той причине, по которой Гуранга Махапрабху пришел сюда. И особенно определение Бхакти, Шудда Бхакти. И вот Рупа Госвами Пад пишет. И что это за шлока? Шудда Бхакти. Анна Виласита Сунья. Анна Виласита Сунья. Гьяна Кармади Анабрита. Анукуллена Кришнана Силарам Бхакти Рутта. Анна Виласита Сунья. Гьяна Кармади Анабрита. Рупа Госвами Пад writing this. И вот Рупа Госвами Пад пишет эту шлоку. И вот он пишет о Шудда Бхакти, что такое Шудда Бхакти, и это самый Рупа Госвами Пад пишет о. О Бхаве преданных, когда они хотят обрести Рупануга Бхакти, когда какие-то преданные хотят обрести Рупануга Бхакти, то в этом случае Рупа Госвами Пад пишет определение также. И вот обретя Рупануга Бхакти, мы не можем выражать никакого материального желания. Материальное желание невозможно. И обретя Рупануга Бхакти, это практически невозможно. Рупа Госвами Пад пишет, что обретя это Джадабади Рупа Госвами Пад.
Вот Рупа Госвами пишет. Если кто-то обретает такую рупануга бхакти, я имею в виду огромную любовь к лотосным стопам Шри Кришны, как в Раджаваси, особенно рупануга бхаджана особо для Враджа-гупи. И в этом случае это невозможно для Рупа Госвами Пады написать такую. Время, с которого мой ум начал наслаждаться Кришна-бхаджаном, он начал испытывать различные расы от служения Кришне, и с тех пор, если кто-то советует мне какое-то материальное наслаждение, мне противно. Рупа Госвами Пад говорит, если кто-то предлагает мне какое-то материальное наслаждение, то мне противно слышать это. Мое лицо, оно искажается от отвращения к этому материальному. И вот И вот Рупа Госвами Пад пишет, это особое распространение милости, оно было невозможно во всей человеческой истории, оно бесподобно и несравненно во всей истории не было ничего подобного. И вот без причины милости это Адвайгантатва Кришна приходит в форме Шри Кришна Читания. И вот почему? Чтобы Уннанта Уджала Раса. Что это? И материальная раса, она материальна. И наслаждаясь материальной расой, так или иначе, прямо или косвенно, например, мы с какой-то группой наслаждаются этой материей, вы с ними. И вот, наслаждаясь материальной расой, мы только оскверняем свое сердце. И Пракрита Раса, Рупа Госвами Пад написал, и вот говорю, в шлоках написано Рупа Госвами Падом, и вот он говорит, и вот это определение данное Рупа Госвами Падом. Расататва и говоря искренне без расы, бесконечные миры или трансцендентные миры. Без расы никто не хочет жить. Раса — это единственное, ради чего дживы живут, это их единственная надежда. Почему дживы хотят жить дальше, почему у них есть желание жить из-за расы, они хотят наслаждаться этими расами.
и материалисты получают свои материальные расы, которые везде. Вот свиньи, едя испражнения, они очень наслаждаются этим, они радуются. Эти лесные жители убивают змей, едят их, и они наслаждаются этими змеями. Тигры едят животных и наслаждаются этим. Комары пьют нашу кровь и наслаждаются этим. Если мы попытаемся убить комара, они улетят, хотят жить дальше, чтобы наслаждаться нашей кровью. И все дживы, бесконечные дживы, они хотят обрести ту или иную расу. Кто-то говорит, что этот человек совершил самоубийство. Почему? Кто-то говорит, что он наслаждается. Смотрите, этот человек совершил самоубийство из-за того, что он хотел насладиться чем-то, не смог. И подумал, что жизнь без этого наслаждения бесполезна. Хотел жениться на какой-то девушке, но не мог. И в итоге решил закончить жизнь самоубийством. И вот изначально причина — раса. Поскольку хотел особую расу, но не смог. И подумал, что жизнь бесполезна. И вот так или иначе, прямо или косвенно, все полубоги, гандхарвы, кинара, демоны, все дживы, их во всех бесконечных мирах, они хотят обрести расу, так или иначе, но эта раса, она материальна. И наслаждаясь материальной расой, вы оскверняете себя и попадаете в ад на долгое время. Но определение трансцендентной расы данное Рупа Госвами Падам. И вот преодолев уровень наших материальных размышлений, мы должны достичь такого уровня, когда наше сердце может осветиться светом, таким светом, ярчайшим светом. Сатва-джала. У нас есть сатва-гуна, я знаю. И если у нас нет сатва-гуны, то почему вы пришли ко мне? Несомненно, у вас есть сатва-гуна, но может, не стопроцентная, но в какой-то степени есть, иначе бы не пришли бы ко мне. Но стопроцентной сатвагуны у вас нет, ваша сатвагуна со смесью чего-то раджа и тама. И может половина сатвагуны у вас есть, 30% раджа-гуна, 20% тама-гуна. Какая-то смесь этих гун, но сейчас мы совершаем баджаны, пытаемся преодолеть ограничения других менее благостных гун и вообще избавиться от влияния всех гун материальной природы. Если мы успешны в какой-то день, сатва, раджа, тама, все они остались позади. Я уже говорил вот, в объяснении Упадишамрита, что мы должны победить сатвагуну, сатвагуной, как
если вы хотите отрезать кусок металла, нужно металлической ножовкой отпилить его. И так вот железо может отпилить железо. Что же еще? И таким образом мы должны избавиться от сатвагуны с помощью другой сатвагуны. Есть чистая сатвагуна, а есть нечистая сатвагуна. И первая, которая даст нам великий успех, это сатвагуна, совершать дхарму и остальное. Жить спокойной жизнью, это даст нам какой-то успех в этой жизни. Она не столь чиста, но все же полезна. Она смешана с раджей, с тамагуной, но когда мы избавимся от влияния этой обычной сатвагуны, мы попадем под влияние чистой сатвагуны. Чистая сатвагуна значит никакой раджей, тамагуны нету в ней. Она зовется шуда сатва. И вот эта чистая сатвагуна, поможет нам совершать баджан и обрести вкус расы. И мы, находясь в области влияния сатва раджа тамагуна, мы не можем обрести вкус к трансцендентному. Может, мы развили сатвагуну на 80% или на 90%, но все же 10% осквернений остается, которые мешают. Даже 95%, и то мало. Все равно какая-то раджа и тамагуна остаются и мешают нам достичь трансцендентного мира, но все же. И это причина, по которой Нарада, он был, Бхагаван Шри Кришна отверг Нараду в предыдущей жизни, Садан Сита Нарада. Он хотел увидеть Бхагавана, Бхагаван пришел, он получил даршан на часть секунды и сказал: не беспокойся, в этой жизни ты не можешь обрести мой даршан, все же ты недостаточно чист, ты не можешь поэтому получить мой даршан. Бхагаван, его голос с неба, и он услышал из-за сатсанги. Благодаря сатсанге он не горевал о том, что его мать умерла. И вот на берегу озера он принял омовение, напился воды, сидел и думал об учении, которое он получил от саду, когда он провел всю чатурмасу с ними. И вот гуру у него не было, он только обрел сатсангу, но гуру он так и или иначе не получил, но я уже говорил то, что только благодаря сатсанге. Сатсанга имеет огромное влияние. Бхагаван говорит, только благодаря сатсанге вся процедура с в начале всего, когда мы начнем наш баджан, в начале самого прошения должно быть. И после этого можно прийти к саду, и потом дикша-гуру, получить дикши, потом гурудев, когда ушел, или получив разрешение от гурудева, можно принять шикша-гуру, или сам гурудев может быть шикша-гуру, как в моей жизни, шикша-гуру, дикша-гуру, харинам-гуру, дикша-гуру, я получил от одного гуру, но иногда бывают разные, и вот это все процедуры. И вот все эти процедуры можно
избавиться от прохождения всех этих постепенных процедур, если вы обретете великолепную саду сангу, можно перепрыгнуть через все это, если вы обретете великолепную непревзойденную саду сангу. Только благодаря саду санге можно обрести результаты всего вышеперечисленного. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, что все они, вот выше был только благодаря сатсанге, саду санге, они обрели мои лотосные стопы. Это особый случай. Это не обычный, а именно особый случай. Вот эти все вышеперечисленные. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, я уже обсуждал во время Пуршотам, враты все они обрели мои лотосные стопы только благодаря сатсанге. Сатсанга, она уникальна, но она недоступна всегда везде, она очень редка. Бхагаван Шри Кришна дает свидетельство, только благодаря сатсанге они обрели мои лотосные стопы. Не совершали гуру-севы, не постились, ничего не делали, а только благодаря сатсанге они обрели все. Это такая была необычная, особая сатсанга, далеко не каждый может ее обрести. Бали Махарадж, благодаря кому? Если я спрошу вас, кто гуру Бали Махараджа, почему мы принимаем Бали Махараджа как Бхагавад-дхарма Ачарья, он один из 12 махаджан, которые знают Бхагавад-дхарму, вот эти вот выше перечисленные. Если я спрошу вас, почему мы можем принять Бали Махараджа как нашего гуру, кто его гуру, почему он в парампаре? Это вопрос, он глуп, поскольку он обрел милость Бали Махараджа, он получил огромную милость Прохлад Махараджа. И вот он обрел милость Прохлад Махараджа, и поэтому он был единственный, на чьей голове отпечатки стоп Ваманы Махараджа. Кто еще обрел отпечатки стоп самого Господа на своей голове? Даже Прохлад Махарадж не обрел такой милости. Господь Нарсимха поместил свою лотосную руку на его голову, но Бали Махарадж получил еще большую милость. Если спрошу, как это возможно, почему можем принять Бали Махараджа как ачарью? Есть девятисложная бхакти. И вот он, Бали Махарадж, мы можем принять его как одного из 12 махаджан. И вот он предался полностью, Бали Махарадж, он предался полностью лотосным стопам Вамана Махараджа. Ничего не осталось. Когда Бали Махарадж предался полностью лотосным стопам Вамана Дева, он остался, ничего не осталось, даже копейки, даже своего тела у него не осталось. Вриндавали, жена Бали Махараджа, посоветовала ему, когда Вамана сказал, ты пообещал мне три шага земли, но одним шагом я забрал мирские миры, вторым духовный, а третий шаг куда? Уже ничего не осталось для третьего шага. The third food step while you can give.
И вот его жена посоветовала: «О, Прабху, предложи ему свою голову». И вот он спросил: «Куда ж мне поставить, куда шагнуть третий раз? Куда же нету места для третьего шага?» И Ваман Махарадж сказал: «Господь, наступай на мою голову». И смотрите, настроение Бали Махараджа. Даже Гурудев предупредил его, сказал, что ничего не давай, он Вишну все заберет. Но все же он сказал: «Я думал, обычный браман, и поэтому я готов был дать, но сейчас ты сказал мне, что он сам Вишну, и тем более я готов отдать все ему». А то до этого я думал, что он обычный браман, хотел что-то дать, но сейчас, если ты говоришь, что он Вишну, я несомненно отдам ему все. И вот смотрите, и надеюсь, вы поняли эту шлоку. Вот эту шлоку вам как раз хотел объяснить о расе. Я объяснил определение расы под руководством Рупа Госвами Пада. И вот, пересекя лимит нашего ума, и тогда, когда мы сможем пересечь лимит нашего ума, мы можем войти в трансцендентный мир. И вот Бхагаван уже сказал Нараде, маленькому Нараде в предыдущей жизни: и вот мне твое сердце, оно не зрело, оно осквернено. Абхипакха касаянам, значит, незрелое. С помощью баджана мы должны достичь зрелости. Вы можете избавиться от сатва, аджата, вагуны. И вот, и вот вы не можете обрести мой даршан из-за того, что вы незрелы. И вот, пересекя лимит вашего ума, вы можете достичь того уровня, на котором ваше сердце может быть освещено сиянием, трансцендентной сияющей сатвагуны. Вот ваше сердце тогда очистится, наполнится чистой шуда-сатвагуной, и в этом состоянии, когда чистая сатвагуна явится в вашем сердце, вы обретете какой-то вкус к расе, подлинной расе. Когда все сердце осветится, и сияние изойдет из сатвагуны, и не будет никакого осквернения, в этом случае вы можете обрести вкус. Это называется раса. И вот Рупа Госвами Пад пишет: и вот Махапрабху пришел сюда, Рупа Госвами Пад пишет. И это лучшее определение. Лучшее определение. Никто не может объяснить таким образом. И вот Унанта Уджвала Раса, она доступна только внутри Вриндавана, с Шримати Радхарани в Раджагопе, нигде еще. Унанта Уджвала Раса, значит, только раса, она, которая есть в Радхарани и в Гопе. И можно вспомнить обсуждение между Рагхупати Упадхьяем, когда Махапрабху отправился
в Аллахабад, на ту сторону реки, в Арайграм, в деревне Арай, в дом в Аллабхачаре. Там один браман был, он ученик Мадхавенда Пурипада. Махапрабху знал все. Сказал, я хочу слушать Таттва Сидданту от вас. И вот он начал говорить. И он сказал такие слова. И вот Махапрабху хотел услышать от Рагхупати Упадхьяя, сказал, я хочу услышать, что Рагхупати Упадхьяя начал говорить. И вот мы поклоняемся Кришне 16-летнему. И раса, какая раса? Махапрабху спросил, и Рагхупати Упадхьяя сказал такие слова, Унанталджала раса. И поэтому Картик Врата, мы называем ее Картик Врата. Ньямсававата, можно сказать, или Уджаврата. Поскольку Уджесвари Радхарани, одно из имен Картик Врата, это Уджаврата, Уджесвари Радхарани, Дамодаврата, так много имен. Картик Врата, Ньямсававата, Уджаврата и прочее. И таким образом сейчас это определение Пракрита Расы, данное Рупа Госвами Пада. И о Бхакти я уже сказал. И это определение очень редко. Можно изучить бесконечные, бесчисленные книги. И это определение сложно где-то еще найти, оно очень редко. Только Рупа Госвами Пад очень научно. И вот никакого осквернения нет, не должно быть даже запаха посторонних желаний. Гьяна карма, она была, должна быть не... Если гьяна карма благоприятна для бхакти, мы можем принять их. Если гьяна и карма, они благоприятны для бхакти, мы можем принять это, что неблагоприятно, не можем. И поэтому Рупа Госвами Пад пишет, Анья Пхилаши там шуньям. Вот он говорит именно так, а не иначе. Именно Анья Пхилаши там шуньям. Если гьяна и карма благоприятствуют бхакти, мы можем принять их. А если нет, то нет. И вот когда я смогу объяснить, как мы можем сказать. И вот я сейчас приведу пример и закончим. Когда Рупа Госвами Пад был в Пуршоттам Даме, в Нилачал Даме, в Паджан Кутире Харидас Такура, это был период Радха Ятры, и в это время Махапрабху танцевал перед Джаганатхом и пел шлоку. Никто не знал, почему Махапрабху и произносит именно эту шлоку только с Свабгасай и
Рупа Госвами подпоняли. И Сваруп Госвами, он спел киртан, и Махапрабху начал танцевать, и в итоге я кратко говорю. Рупа Госвами Пад, он написал, описал чувство Гауранги Махапрабху. В бхаву того времени и на одном пальмовом листе и повесил, и положил этот, куда-то положил, а Махапрабху пришел, чтобы дать даршан Харидасу. Махапрабху каждый день приходил, такое правило было после Джаганнатха. Даршан Махапрабху приходил на даршан Харидасу такого. И вот когда он пришел, внезапно Махапрабху посмотрел и увидел пальмовый лист, взял его, и он настолько прекрасно, что тут описывается. И Махапрабху, прочев это, он был восхищен. И вот там были написаны такие слова. И вот такая шлока была написана. Махапрабху был удивлен, он сказал, как это возможно, как он понял мое сердце. Сварупа, как ты понял мое сердце? Он написал мое сердце, то, что я хотел. Сварупа сказал, да, мы знаем. Он понял ваше сердце, поэтому мы знаем, что Рупа Госвами Пад обрел всю вашу милость. Вся милость находится в Рупе, и поэтому он может понять ваше сердце. Это значит, что сердце Шримана Махапрабху, оно находится в полной гармонии с силой Рупа Госвами Падом. Что я хочу сказать, после того, как Гауранга Махапрабху ушел, если был бы кто-то второй, кто мог бы дать нам всю эту расататву, это Рупа Госвами, но одно мы должны принять, что изначально это было сохранено со Сварупой Госвами. Сваруп Госвами, он вторая Сварупа Махапрабху. Все, что описывается, что в Шачитане Чайтамрите говорится, все. И о Рупе Госвами Паде можно также сказать, что он обрел милость Махапрабху и Сварупа Госвами, поскольку перед тем, как прийти в Пурушоттам Даму, Рупа Госвами Пад, перед тем, как прийти в Пурушоттам Даму, он уже обрел полную милость Махапрабху. Но все же, чтобы выразить полное почтение Сварупа Госвами, он сделал вид, что ничего не знает. И вот Махапрабху сделал его ответственным за всю Гауди Сампрадаю. Сваруп Госвами, он ответственен за всю Гауди Сампрадаю. Вся ответственность была дана ему за всю Сарасват Гауди Вайшнавскую Сампрадаю. Мы должны выражать ему почтение. Сваруп Госвами, он утешал Махапрабху день и ночь. Когда Махапрабху 12 лет непрерывно, он находился в Гамхире, день и ночь плакал и являл различные бавы. Баба Радхарани. И все время Сваруп Госвами был подобно тени рядом с ним. Сваруп Госвами был подобен тени. Все, что нужно было, он делал. Он знал, что делать, когда делать, и помогал ему всячески. Читал и пел киртан, и поэтому Сваруп Госвами получил такое высокое положение. Несомненно, он знает все о расататве. Он получил это все от Махапрабху, поскольку был подобен его тени последние 12 лет жизни Махапрабху. Он провел рядом с Махапрабху подобной тени. Рай Рамананда и Сваруп Госвами. И вот
почему Рупа Госвами Пад, о Рупе Госвами такие слова сказаны. Это полностью подходит, чтобы писать Рупа Госвами Пада и никого иного. И вот на этом я хочу закончить. Хотел сказать больше, но времени мало. Кришнат киртана гану нартано кала патхо жани вражита шад бхакта вали хамса чакра мадупо сени бихараспадам карна нанди калат дханир бхатуме юва мару прангане си чайтанна дяни дета баласад лила судха свардхуни